Ну что, девочки и мальчики, вот, пожалуйста, посмотрите. Эхо! Пусто! Пусто на земле обетованной! Видите, какой пустой дом. Сегодня все утро выносили, а я только кричала: «Мебель! Мебель выноси!» Так я кричу, и такое эхо классно. Вообще, вот мы вчера посмотрели с Надей, вот посмотрите здесь, какое место, да, высокий потолок, и вот здесь, если проложить вот так вот пол, то тогда была бы еще целая огромная комната. Просто вот место только, как говорится, занимает вот эта стена. Но на самом деле здесь можно сделать целую огромную комнату, правда? Вот так вот пол постелить, и все, и окна, и все на этой комнате есть. Вот. Я не знаю, можно ли так сделать, но... Ты думаешь, можно так сделать? Она говорит, что видела, что так сделано у людей. Да. Так, иду на кухню показывать. Посмотрите, вот собачки у нас еще здесь. Но кроме собачек здесь ничего нет. Стол вот этот остается хозяевам стеклянный со стульчиками. А все остальное вот все пусто. Сейчас еще Надя тут подотрет, подмоет, как говорится, и все. А Вильям уже уехал в офис, он там забирает свои столы и стулья, и вот все. А погода плачет, плачет, посмотрите. Просто говорят, наверное, игуаны не хотят отпускать Надю, она их тут все время кормила. Теперь вот кто их будет кормить, непонятно. Ну, так. Ну, а это я на белой кухне, только что мы с вами были в прямом эфире. Вот видите, я одела уже пиджачок, была в майке с вами, и в этих же белых брюках. Я взяла всего один наряд сюда, потому что приехала на 2 дня и купила еще 2 вещи. Буду показывать вам видео о примерках. Но хотя вот это видео вы уже увидите после того, как увидите примерки. Просто показываю, что мы уезжаем. Все сделано, все подделано, приделано. Сейчас вот наверх еще схожу. Ну вот, иду еще раз наверх. Так. И мы видим. А, видите, показывала в прошлый раз сверху коробки, а теперь пустенько. Вот так вот. Вот это была моя комната. И когда и до этого я приезжала сюда, и сейчас здесь уже ничего нет. Не посидишь, не полежишь. Сейчас покажу вам. Здесь пусто, это заодно проверим. Здесь пусто, туалетная только бумага осталась. И компьютерная комната. Посмотрите, вот они оставили тут им столики. Даже стульчик оставили. Все, а вот глобус, пожалуйста. Так, а где у нас там... Ой, господи, хоть бы глобус достать. Ну-ка. Так, девочки и мальчики. Найду ли я с первого тыка свой Рыбинск? Так, где у нас тут Union of Soviet... Ой, так это такой старый, что тут еще написано. Union of Soviet Socialist Republics. Socialist Republic. Ой, Soviet Union, короче. Итак, мой Рыбинск находится... Ой, где-то здесь ведь. Так, где же мой Рыбинск? Рыбинск, тут Тамбов. Мальчик хочет в Тамбов. Господи, вообще не могу. Ленинград? Ну, если еще Ленинград, то, конечно. Так, а где же у нас Рыбинск, девочки, мальчики? Угу. Буду вот так показывать вам. Так, маску Ленинград вижу. Но знаю, что между Ленинградом... Вот Ярославль вижу. Рыбинска не видно, Иваново видно. Вот Ярославль видно, вот. Да. Да, Рыбинск, видимо, настолько маленький, что его не увидеть. Так, а интересно, есть ли здесь... А, говорю, есть ли здесь Диленд? Нет, Диленда здесь точно нет. Флорида. Есть Орландо. Есть Порт Канаверал. Тампа есть. Ну, Диленда, понятно, нет. Ну, ладно. Я жила и живу в том месте, которого даже нет на глобусе. Вот так. Попробуйте жить так. Идем вниз.
Так, это у них была спальня хозяйская, мастер-бедрум. Мастер-бедрум и ванна. Вот, пожалуйста, все пусто, все чисто, все беленькое. Я... Так, собачки переживают опять. Мамы нет, нет. Но. Сидеть. Все. Так. Ну вот я опять вышла из гаража. Здесь у них половинная ванна. Вот обзорчик сделаю просто дома вам, да? Так вот закрою унитаз. Здесь была половинная ванна. У них было 4 спальни и 2,5 ванны. Вот. Кухня, конечно, очень огромная. Посмотрите, если я встану в угол, посмотрите, какая огромная кухня. Мы здесь, помню, с Сашей, с Наташей, с Костей сидели за этим столом. Вот здесь был диван. Здесь был у них телевизор. Ну вот, все уже выгребли. Все выгребли. Вообще, переезд – дело очень такое тяжелое, стрессовое. И чем дольше ты живешь в доме, тем труднее переезжать, потому что столько всего нажито, это надо все вывести, что-то надо выбросить, что-то нужно… Ой, это просто ужасно. Я вспоминаю 2 года назад, как мы переезжали. Не знаю, придется ли мне когда-нибудь еще переехать, но, наверное, никогда не говори никогда. Вот, скоро уже поедем. Извините меня, опять я с хвостиком. Сейчас поедем. Точно не стала укладываться и не стала краситься. Поэтому простите те, кому не нравится, и спасибо те, кто понимает. А собачки так переживают, так бедненькие переживают и смотрят, где мама, где мама. Мама вон там ходит, цветочки собирает, она все переживает, что много цветов не взяла. А они смотрят и смотрят оба вместе, тю-тю-тю-тю. Иди я сюда. Тут стою, не волнуйся. Иди сюда. Иди сюда. Иди покажу тебе. Иди покажу, покажу. Я потом под музыку это сделаю. Еще, да. Еще. Все. Все. Ну что, мы по дороге в Диленд остановились. Rest area. Надя гуляет там с собачками. Вот если там видите. Уильям почему-то проверяет машину. Я не знаю, что он проверяет, но... Решили немножко погулять, походить, потоптаться, потому что, ну, сидеть на одном месте как бы тяжеловато.
Видите, он обе машины открыл. Говорит, нужен воздух. Уильям, why did you open it? Why? А зачем ты открыл? Ветерок, да, охладил чуть-чуть, я. Ага. Как ты себя чувствуешь? Нормально? I'm fine, except I'm getting a little sleepy. Sleepy? Yeah. You know, when we came here last time, I didn't feel that way, but this has been such a long time. Uh-huh. I had a chance to relax, I relax. Да-да. And I'm getting... Короче, говорит, в тот раз ездил, говорит, не хотел спать, а сейчас, говорит, очень много перетаскивал, перевозил очень долго уже время. Засыпаю, говорит. You didn't speak Russian? Ну чего, ветерок закончился, все. А собачки-то у нас как переживали, они всю дорогу дышали так сильно дышали, особенно Тио, он очень переживал. И мы ехали вот с Надей, рассуждали, я говорю, наверное, вот его вот так забрали в машину, посадили и оставили, поэтому он же бомжевал, наверное, месяц, пока вот не пришел. Потом вот Надя потом расскажет, как они его нашли, очень интересная такая история. Он нас нашел. Он, говорит, наш нашел. Ну, короче говоря, мне кажется, что его в машине увезли и где-то бросили, поэтому он так боится, очень боится ездить на машине. Ну, вот есть же причина, почему, правильно? Да, Тиочка, Тиушечка маленький. Ой, девочки и мальчики, доехали. Сейчас я свет вам включу там. Иду к Винсенту. Мой Винюшка идет. Встречает маму. Oh, look, my wayward wife. You made it, huh? Yeah. Oh, made it. Take this. Take this. Oh, yeah. Boy. Look, they come in. Oh. Hey, so you guys made it, huh? Made it. Yeah, that was the easy part. Good to see. Yay! You know, ever since we left, we never stopped. 10-12 hours a day. If they get the office at home, it was nightmare. Oh boy. Terrible. Tired. That's the hardship. I mean, so much junk we had to throw out.